115 семей до конца 2013 года будут обеспечены новым жильем. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Кумертау на предоставление финансовой поддержки для переселения людей, живущих в ветхих и аварийных многоквартирных домах. В этом году у нас по сравнению с прошлым и запрошлым годами финансирование идет очень большое. Во-первых, сносим и расселяем 17 домов. Вот. Если до этого расселяли 8 домов в 2011 году, 5 домов в программе 2012, то в этом значительное увеличение идет. И поэтому вот, как бы, программа немножко разложилась на две части. Одно идет по республиканскому местному бюджетам, это 11 домов по улицам Матросова, немножко прихватываем Комсомольскую и дом по Советской. А вторая программа, вот ее буквально на днях согласовали, утвердили, там уже финансирование будет республиканское плюс фонд содействия реформированию ЖКХ. И местный бюджет, там еще нам дают порядка 45 миллионов. Вот, то есть вместе, то есть 128, почти 130 миллионов по одной программе и 40 по другой. То есть получается довольно значительная сумма, порядка 170-180 миллионов. Вот, ну и плюс доля местного бюджета, там порядка 80%, наверное, будет. Соответственно, еще около 15-17 миллионов. Ну, это уже окончательно будет по итогам аукционов решено, в зависимости от того, какие квартиры нам предложат застройщики. Всего в городе Кумертау порядка 18 тысяч квадратных метров ветхого жилья. По итогам реформирования жилищного хозяйства в этом году эта цифра снизится на треть. В 2013 году под снос попадают 17 домов. Остатки улицы Матросова сносятся, 3-й, 6-й, 8-й дома по Комсомольской и 27-й по Советской. Это то, что республиканская программа, и по федеральной, то, что говорил, недавно утвердилось. Это 5 домов по улице 1-й переулок Комсомольской, 3-й, 4-й, 6-й, 11-й, 13-й и Худобердина 1. Жильцы домов по улице 1-й переулок Комсомольской говорят, что их район тихий и уютный, в то время как дома давно уже изжили себя. На кадрах видно, в каком состоянии находятся эти здания. Жить в таких условиях просто небезопасно. Так что люди уже настроены на переезды. Ну, 48 лет мы в этом доме живем. Ну, конечно, как говорится, если бы нас не предупреждали, а то вроде бы сносят, сносят, а все не сносят. Как-то живем неопределенно, мы жили, вот как. Хотелось бы, конечно, уж неохота, конечно, но, как говорится, уж если настроились, уж пусть быстрее. И в целом, как у вас настроение? Вообще уже какое? Ну, сейчас мы уже настроились, да. Лишь бы быстрее и в хороший район. В республике утвержден план мероприятий по реформированию ЖКХ до 2016 года. Эти мероприятия направлены на создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. Айгуль Мухаметшина, Ильнур Аминов, новости.